Независимые депутаты, члены блока «Победа», которым запретили посещать заседания парламента, куда их делегировал народ, запросили объяснения по этому поводу у председателя законодательного органа Игоря Гроссу, главы СИП Александра Мустяца и директора службы государственной охраны Василия Попа. Парламентарии направили каждому из них соответствующие запросы. В обращении к главе СИП депутаты указывают, что их толкали и запугивали сотрудники службы госохраны, а также неизвестные подозрительные лица, отказавшиеся представиться. Из этого парламентарии потребовали от Александра Мустяца ответить, присутствовали ли 14 июня в парламенте сотрудники СИБ, и если да, то каков их правовой статус пребывания там и на основании каких нормативных актов они участвовали в препятствовании депутатам выполнять свои обязанности. В случае, если сотрудников СИБ там не было, депутаты запросили провести срочное расследование и установить подозрительных лиц. Такой же запрос адресован и начальнику службы госохраны. В письме, адресованном председателю парламента, депутаты отмечают, что решение парламента от 13 июня не имеет юридической силы, поскольку оно прямо противоречит статье 68 Конституции, которая гласит, что при осуществлении мандата депутаты находятся на службе у народа, а также статье 71, согласно которой депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата. Парламентарии также указали Гроссу на то, что он лично отдал поручение секретариату и службе госохраны выполнить это самоуправное решение, после чего сотрудники госохраны применили силу против депутатов, не имея такого права по закону. Парламентарии потребовали от спикера ответа на вопрос, на каком конституционно-правовом основании действовали сотрудники службы госохраны и кем являются непредставившиеся лица. Также они призвали Гроссу немедленно отозвать незаконный нормативный акт и прекратить нарушать права народных избранников. Мы запросили комментарий по этому поводу у пресс-секретаря фракции ПДС Адрианы Влас, которая заявила нам, что не комментирует обращение блока «Победа». Представители СИП и службы государственной охраны пока не ответили на наш запрос. Напомним, в конце прошлой недели депутаты политического блока «Победа» попытались пройти в зал заседаний парламента, чтобы представить подписанную инициативу об отстранении Игоря Гроссу с должности спикера, но их не пустили сотрудники службы охраны. В темноте перед дверью депутаты объясняли сотрудникам службы охраны, что запрет недействителен, поскольку не был утвержден и не вступил в силу, что является обязательной нормой в правовом государстве, и поэтому действия сотрудников госохраны является злоупотреблением и беззаконием. Доступ запрещен. Очень жаль. Кто это сказал? Это решение парламента. Решение парламента? А вы читали закон о статусе депутата? Вы не имеете права препятствовать доступу в парламент. Мы депутаты. Секретариат парламента не разрешает мне присутствовать на заседании парламента? Знаете, что любой документ парламента вступает в силу только тогда, когда он опубликован в официальном мониторе. Да, именно так. Пустите. Члены политического блока «Победа» прошли к другому входу в зал заседаний парламента, выкрикивая позор в ответ на противоправные действия против них. Среди тех, кто не пропускал депутатов от оппозиции на заседание, были и молодые люди, одетые в гражданскую одежду, которые выдавали себя за сотрудников службы охраны, не предъявляя при этом документов. Неясно, как они попали в парламент и какая у них должность. Ни одна из указанных в обращении депутатов структур пока не прокомментировала запросы.